Смотрите сегодня турецкий хоррор-экшен «Кабус 22», в основе сюжета которого лежит история прихода Мессии на Землю. Galactic Command Echo Squad – первая игра в серии, которая будет состоять из 4 частей, представляющих из себя космический экшен-симулятор. Penumbra 2 – дневники мертвецов. Любители серьезных задачек и головоломок будут просто в восторге. The Lost Crown – призраки из прошлого. Настоящий адвенчер для любителей привидений. Ликуйте! С вами снова Фак и я, Влад Лехов. Фак – это компас в мире компьютерных игр. Из нашей программы вы узнаете последние новости игровой индустрии и услышите ответы на вопросы по прохождению. Итак, ближе к делу. Есть в игровой индустрии несколько вечных тем, на которые разработчики не стесняются фантазировать из года в год. Одна из таких – наступление апокалипсиса. Так и в этот раз никому доселе неизвестные парни из Турции в своем проекте «Кабус 22» предлагают нам окунуться в недалекое будущее, где к власти пришел Мессия и подарил всем просто-таки рай на земле. Что из этого получилось, вы увидите прямо сейчас. Турецкий хоррор-экшен с узнаваемыми достопримечательностями экзотического Стамбула. Подобное словосочетание может испугать почище, чем Клайв Баркер с Эриха. Однако в случае с Кабус 22, в отечественном варианте Зона 22 «Территория страха», первоначальный скепсис быстро сменяется любопытством. В основе сюжета лежит история прихода Мессии на Землю, который абсолютно всех делает богатыми, счастливыми и беспечными. Планета делится на 22 региона, и во главе каждого встает диктат, протеже Мессии. Но не все согласны с таким развитием событий, и главный герой игры из их числа. По его глубокому убеждению, этот самый Мессия – посланец дьявола и предтеча царства тьмы. По сути, так оно и есть. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 1 ГГц, 256 МБ оперативной и 64 МБ видеопамяти, а также 2 ГБ на винчестере. Кабус 22 – это такая вариация на тему Silent Hill и Resident Evil. То есть мы неспешно бродим по локациям, собираем предметы, которые можно применять в активных точках, и отстреливаем разные уродливые создания. Все манипуляции осуществляются с клавиатуры или геймпада. Мышь у турков не в почете. Экшн-механика радует своей динамикой непосредственно во время сражения. Плюс здесь очень приличный оружейный арсенал. Стволов много, есть даже гранаты и мины. Кроме того, существует отличная возможность дать врагу по лицу ногой и даже пострелять из танкового пулемета. Загадки не портят общей картины. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Технологический Кабус 22 не может соревноваться даже с PC-портом Resident Evil 4. Однако на увлекательности это сказывается слабо. Картинка не плещет, но и не вызывает отторжения. Главное здесь — грамотно выстроена мрачная, гнетущая атмосфера. В связке с ней примитивная, казалось бы, история о том, как в мире установить власть таинственного культа, местами даже завораживает. Наша оценка графического оформления — 4 балла. Музыка полна напряжения. Из колонок кто-нибудь регулярно блеет так, что по коже бегут мурашки. Нарекание может вызвать только качество записи. Наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. Sakin olmamı istiyorsun. Yardım edebilirdin. Где-то посередине сюжет, правда, стремительно теряет интригу. Но тут на сцену выходит главное оружие турецких разработчиков — некий Инзар с внешностью типичного героя аниме. В отличие от двух других персонажей, он обучен многочисленным магическим приемам, а также разнообразным комбо. Открыто рекомендовать Кабус 22 мы бы поостереглись, но имейте в виду, что такое в природе существует. Наша общая оценка игры — 4 балла. Кабус 22 — игра, что называется, старой школы. Архаичная графика, любительское качество звука и, что в прямом, что в переносном смысле слова, турецкое управление отпугнет многих геймеров, привыкших к Next Gen проектам. Однако те, для кого словосочетание Resident Evil и Horror Action — не пустой звук, будут в восторге. В игре, помимо хардкорного мочилова, присутствует целый ряд весьма заковыристых задачек, некоторые из которых мы решим, отвечая на ваши вопросы по игре Кабус 22.
Первый вопрос. Подскажите, что нужно делать в храме после того, как нашел четыре сердца, воткнул в них нож и переписал надписи на картинах? Отвечаем. Необходимо вернуться в комнату, где вы нашли ножи, и сжечь эти слова в магическом пламени. Следующий вопрос. А как пройти уровень на острове с башней и крылатыми созданиями? Я взял веревку и крюк. А что делать дальше? Ну никак не понимаю. Отвечаем. Нужно посветить маяком в колодец. Для этого поднимаемся на последний этаж и пытаемся начертить путь из зеленой точки в центре перекрестия. После этого печатаем слово «чек» и юзаем на маяке. Следующий вопрос. А что нужно делать с часовым механизмом на втором этаже храма? Отвечаем. Подсказка на первом этаже. Там нарисованы часы, и это путь к решению. Ваши стрелки должны находиться не внизу, как на картинке, а вверху. То есть одну стрелку ставим на 11 часов, вторую на 13, а третью на 12. Инновационный ужастик от Frictional Games «Penumbra Overture» недавно обзавелся продолжением. Изначально авторы обещали, что нас ждет целая серия эпизодов этой мистической адвенчуры о затерянных во льдах станции. Однако на деле «Penumbra Black Plat» завершает начатый в первой части рассказ. Первый эпизод, напомним, заканчивался тем, что главный герой находил под землей в шахтах убежище. Так вот, действие Black Plat происходит там же. Игра рассказывает вам, кто построил убежище, поведает о судьбе пропавшего отца главного героя и, конечно, раскроет всю тайну шахт. Что касается боевой системы, то в первой части это был скорее эксперимент. Penumbra задумывалась как приключенческая игра. Была идея дать игроку возможность защитить себя, чтобы пришпорить общий темп. Но, как выяснилось, даже этого для разработчиков оказалось много. Так что во второй, заключительной части, вам предстоит полностью сосредоточиться на головоломках и атмосфере. На прилавках российских магазинов Penumbra Black Plat появилась 15 февраля. В качестве локализатора выступила фирма 1С. В российском варианте название игры звучит как Penumbra 2 – Дневники мертвецов. Системные требования. Процессор, работающий на частоте 1,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Black Plat займет 1,2 ГБ. Избавившись от любого проявления экшена, разработчики, тем не менее, прекрасно сохранили ощущение страха. В Penumbra 2 вас ждет больше ужаса в тени, чем ужаса лицом к лицу. Соответственно, изменился и геймплей. Теперь это скорее хоррор-адвенчер, чем экшен. К тому же разработчики полностью перенесли действия из инвентаря в окружающий мир. Так что задачи тут решаются с помощью здравого смысла и бытовой логики. Пятерка с геймплея. Но все это было бы неосуществимо без уникального физического движка, потенциал которого вторая часть раскрыла полностью. Хотя над внешним видом стоило поработать больше. Локации ничем не отличаются друг от друга. Да и со времен первой части никаких видимых изменений в графике не произошло. Тройка за внешний вид. Звук для такой игры, как Penumbra, одна из важнейших составляющих успеха. И надо сказать, разработчикам и локализаторам удалось создать нужную атмосферу. Твердая четверка за звук. Penumbra 2. Дневники мертвецов. Хорошая, крепкая адвенчура. Любители серьезных задачек и головоломок будут в восторге. Кроме того, в игре появились компьютеры, которые теперь являются неотъемлемой частью игрового процесса. Если бы не устаревшая графика, Penumbra 2 была бы идеальна. А пока твердую четверку получают Дневники мертвецов. Вот-вот, в игре появились компьютеры. Это, конечно, не жанровая революция, но подобные нововведения существенно украшают геймплей. В рамках одной задачи придется заняться и традиционной комбинаторикой, и физическим трудом, и компьютерным взломом. Некоторые из тех вопросов, с которыми вам предстоит столкнуться во второй Penumbra, мы рассмотрим прямо сейчас. Вопрос. Помогите. Я оказался в столовой, а электрический щиток, который открывает дверь, сломан. Что мне делать? Отвечаем. Войдите в небольшую кладовку. Там увидите бочку с горючей смесью. Тащите ее к сломанному электрощиту. Поставьте бочку так, чтобы когда вы дернете рубильник, искры от короткого замыкания подожгли ее. Затем необходимо разместить горящую бочку так, чтобы сработала пожарная сигнализация, и дверь автоматически открылась. Вопрос. Я не знаю, как
как выбраться из комнаты, в которой очутился. Дверь заперта, а другого выхода нет. Помогите, ну что мне делать? Отвечаем. Тщательно обыщите все ящики в комнате. Среди прочего, в одном из них найдете монету. Затем обратите внимание на тиски, привинченные к столу. Вам необходимо расключить с их помощью монету. Далее разберите всякий хлам в углу. За ним найдете вентиляционную шахту. Расключенная монета послужит вам отверткой. Вопрос. Я застрял перед дверью. Замок, который реагирует только на пробу крови. Что делать? Отвечаем. Обратите внимание на тело химика Нила Освальда, лежащее неподалеку. Его кровь может открыть дверь, но сначала нужно раздобыть шприц. Разберите завал из досок и шкафов, за ними проход в другую локацию. Там в конце коридора есть дверь, за которой лежит шприц, но она заперта. Чтобы открыть ее, необходимо сломать крышку электрощита обломком стены и разорвать провод. Как только свет погаснет, бегите в комнату и берите из аптечки шприц. Затем прячьтесь за стол. На шум придет монстр, который не должен вас обнаружить. Как только он уйдет, возвращайтесь обратно к телу химика. Сначала примените спирт на шприце, чтобы очистить его, а затем шприц на несчастном Ниле Освальде. Таким образом, вы получите образец крови, открывающий дверь. Смотрите во второй части. Galactic Command Echo Squad. Первая игра в серии, которая будет состоять из четырех частей, представляющих из себя космический экшн-симулятор. The Lost Crown. Призраки из прошлого. Настоящие адвенчуры для любителей привидений. Смотрите во второй части. The Lost Crown. Призраки из прошлого. Настоящие адвенчуры для любителей привидений. Galactic Command Echo Squad. Первая игра в серии, которая будет состоять из четырех частей, представляющих из себя космический экшн-симулятор. Страсть к охоте генетически запрограммирована в каждом уважающем себя Homo sapiens мужского пола. Причем, чем круче мачо, тем круче он выбирает охоту. Олени, медведи и зайцы уже не катят. На повестке дня охота на призраков. Да-да, на самых настоящих матерых и злобных духов. The Lost Crown. Призраки из прошлого. The Lost Crown. Призраки из прошлого. Настоящие адвенчуры для любителей привидений. Или еще один вариант. Для тех, кто любит бояться, когда видит привидения. Дело разворачивается в тихом городке Секстон на английском побережье. Здесь, как всегда, творится что-то не совсем обычное. И нам вместе с главным героем нужно во всем этом разобраться. Найджел Денверс – молодой специалист по паранормальным явлениям. Найджел вооружен по последнему слову техники. Для обнаружения и поимки призраков он использует не только старинные спиритические приспособления и методы, но и ультрасовременные гаджеты, датчики движения, цифровые камеры с инфракрасным режимом съемки и еще несколько других. Игра поступила в продажу 3 марта 2008 года. Российская локализация запланирована на второй квартал 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ видео, а также 1,5 ГБ на жестком диске. Can I rent a room? Игра является полноценной адвенчурой с локациями, загадками, общением с персонажами и так далее. Причем территория достаточно обширная, диалоги очень информативны и интересные, а все персонажи уникальны и у каждого свой характер. Практически все загадки в игре связаны с использованием предметов из инвентаря. Есть две задачи на время и одна со звуком. Но самое интересное — это охота за призраками с использованием упомянутых гаджетов. В локациях есть определенные места, в которых можно использовать эти приспособления. Причем использовать можно и нужно несколько устройств. Выглядит очень завораживающе и действительно интересно. Ради этой охоты стоит потерпеть первые пару часов, когда вы вынуждены вникать в историю игры. Диалоги и видеовставки пропустить нельзя. Наша оценка геймплея 5 баллов.
Внешняя игра может не понравиться, но это только первое впечатление. Когда игровой процесс вас затянет, вы по-настоящему оцените черно-белое оформление цветными элементами. А также обратите внимание, как подробно пририсована анимация. Туман, мелкие частицы в лучах света. Правда, не все так гладко. Персонажи и животные анимированы недостаточно хорошо. И общее впечатление – в локациях слишком мало движения. Наша оценка внешних данных – 4 балла. Что однозначно заслуживает максимального балла, так это озвучка. Звуковое сопровождение очень качественное, а спецэффекты значительно оживляют локации. Правда, можно придраться к озвучке некоторых персонажей, но это дело вкуса. Еще посмотрим, как будет озвучена российская версия. Наша оценка звука – 5 баллов. В итоге про игру можно сказать так. Есть некоторые недочеты в звуке и в графическом плане, особенно с анимацией персонажей, а также в игровом процессе. Например, всего 8 слотов под сохранение и невозможность пропустить диалоги. Но в остальном игра оставляет только положительные впечатления. Общая оценка – 5 баллов. Главное – доиграть до охоты за призраками, а дальше от игры не оторветесь, если, конечно, страшно не станет. The Lost Crown – призраки из прошлого – это одна из лучших адвенчур последнего времени. Не то чтобы самое-самое, но уже одно то, что ее разработкой занимался Джонатан Бокс, создатель таких шедевров, как Dark Fall The Journal и Dark Fall 2 Lights Out, для понимающих людей говорит о многом. В общем, эта игра стоит вашего внимания, а мы поможем вам с прохождением. Первый вопрос. Помогите пройти первую ночь. Найджел никак не хочет ложиться спать. Я уже все обошел, все испробовал, а у него пластинку заело. Лягу спать, когда все закончу. Но что мне делать? Отвечаем. Мы тоже столкнулись с этой проблемой. Никакого однозначного решения не было. Пришлось несколько раз обойти все возможные локации и прокликать все возможные активные места. Возможно, и ты, и мы что-то пропустили. Точно такие же проблемы могут возникнуть и дальше. Игра, в принципе, прямолинейна. Пока все не сделаешь, дальше не пройдешь. Вдобавок, есть ощущение, что разработчикам, заставляя нас ходить в уже проверенные локации, таким образом тянут время, чтобы было ощущение реальности происходящего и чтобы нельзя было пройти эту игру за пару часов. Надо сказать, что у них это удается. В остальном же проблем возникнуть не должно. Есть в игровом мире целая каста людей, которые не гнушаются спекулировать давно проверенными идеями. У некоторых, как у Сида Мейера, это получается на ура. Некоторые, например, Максис, делают на этом миллиарды и превращают свои проекты натурально в мыльные оперы. А некоторые, как Дерек Смарт, руководитель студии 3000 AD, держатся где-то посередке и просто регулярно выдают на суд геймеров свое очередное творение. Сегодня мы расскажем о Galactic Command Echo Squad, космосиме, объединившем в себе элементы таких игр Смарта, как Battle Cruiser и Universal Combat. Galactic Command Echo Squad – первая игра в серии, которая будет состоять из 4 частей, представляющей из себя космический экшн-симулятор. Игра посвящена тяжелым будням элитного космического отряда. 16 миссий, различные типы космических кораблей и необъятные просторы Вселенной прилагаются. В центре сюжета – галактический крупномасштабный конфликт, и мы выступаем за вечно правых спасителей человечества, сторонников свобод и всеобщего счастья. По ту сторону баррикад наверняка такие же пособники демократии и гуманизма. Но скажите на милость, когда это кого волновало? Рекомендуемые системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 256 МБ видео. На жестком диске игра займет 5 ГБ. Игровой процесс Echo Squad схож с классическими космосимами на вроде Wing Commander, Privateer и Иже с ними. А если вы играли в другие проекты студии 3000 AD, замучайтесь искать отличия. Перед нами бездонные глубины космоса с кучей солнечных систем, планет, лун и военных баз. Миссии довольно-таки растянутые. В борьбе с врагами нам придется и повоевать в космосе, и полетать в атмосфере, и поисследовать далекие уголки галактики.
Если вам по душе все это, Galactic Command Echo Squad затянет надолго. Наша оценка геймплея 5 баллов. Впечатление же от графики носит двойственный характер. С одной стороны, сногсшибательный калейдоскоп из галактик и звезд с кучей небесных тел и искусственных спутников. С другой же, извечный бич любого космосима, давящая пустота космоса, невнятные модели кораблей и совсем уж детсадовские спецэффекты. Одним словом, повсюду сквозит сериальная подоплека игры и приоритетно-конвейерность проекта. Наша оценка графического оформления — 4 балла. В плане звуковой составляющей имеет смысл выделить только музыкальные треки. Они выполнены, ну ура. А вот спецэффекты хочется отключить через 5 минут игры. Наша оценка звукового сопровождения игры — 3 балла. Такие игры, как Galactic Command, Echo Squad, никогда не становятся шедеврами. Но зато с завидной периодичностью появляются на полках фанатов космосимов. На безрыбе, как говорится, и рак рыба. Если вы не устали от многочисленных подделок с Марта и компании, добро пожаловать! Те же, кто про него не слышал, могут взять Echo Squad в качестве наглядного пособия. Этот человек делает такие и только такие игры. Итак, наша общая оценка Galactic Command Echo Squad — 4 балла. Ну что же, перед нами крепкий космический симулятор с отличной графикой и, как принято в этом жанре, с эпической сюжетной линией. Не успел Echo Squad уйти на золото, как в сети уже появились анонсы сиквела Galactic Command Talon Elite. Он будет посвящен той же войне, только не на передовой, а в тылу неприятеля. А пока что смотрите наши ответы на ваши вопросы по игре Galactic Command Echo Squad. Первый вопрос. Как мне приземлиться на планету и найти интересующие меня объекты? Отвечаем. Подлетите к планете на автопилоте. Затем откройте систему Take Ops и увидите карту всей планеты. На ней расположены гражданские и военные объекты, которые вы можете приближать и вносить в навигационный список. Зоны миссии обозначены желтыми треугольниками. Имейте в виду, что если вы просто совершите падение на планету, то окажетесь на расстоянии часов полета от требуемой цели. В таком случае необходимо вернуться в космос и повторить падение, но с уже внесенными в компьютер координатами. Следующий вопрос. Каковы особенности использования ракет? Отвечаем. Все ракеты делятся на два класса – для использования в космосе и над поверхностью планеты. Радиус их поражения – 1 километр. Также все ракеты снабжены автовзрывателем, им необходимо входить в контакт с целью. Они взрываются при подлете или если у них кончается топливо. В случае, если к вам летит вражеская ракета, имеет смысл воспользоваться генератором помех, доступным по кнопке J. Это снизит вероятность падения, и вполне возможно, вы отделаетесь ударом по силовому полю корабля. На сегодня это все. Меня зовут Влад Лехов. Это был ФАК. Совсем скоро мы увидимся снова, а до этого заходите в форум на нашем сайте mustv.ru. Меня можно найти и там. Присылайте мне свои вопросы на адрес fak@mus-tv.ru. Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. До скорого!